Друзья, приветствую всех. У нас сегодня с вами понедельник. Давайте посмотрим, что сегодня у нас рынок нам может дать. Посмотрим какие-то области на будущий вход. Ну и попытаемся что-то как-то вообще спрогнозировать. Вот. И поискать, подождать хороших точек на вход. Ну, смотрите, в пятницу что у нас был? Достаточно интересный момент. Вот здесь у нас, значит, происходил набор объема. Вот, затем мы его отложнили, показали всем, что мы хотим локально идти выше, да, то есть мы как бы обновили здесь хай локальный, набили объем, и этот объем как бы вытащили наверх. На самом деле, всего лишь навсего отложнили верхнюю границу объемной зоны и поехали вниз. Здесь объемы еще добирали, ну вот здесь вот, да. Вот, и получилась у нас вот такая вот объемная зонка с вами. От которой дальше мы видим, что у нас было движение вниз, да. Очень такое приличное движение вниз. На сумасшедшее количество тик. Вот, здесь внизу каких-то таких вещей я не вижу, соизмеримых с этой объемной зоной, да. Посему мы можем, собственно, на нее рассчитывать и понимать, что у нас над нами плита. Поэтому шортить мы будем где-то вот от нее. Вариантов здесь два. Мы можем прийти на нижнюю границу объемной зоны и на нижней границе объемной зоны там локально нарисовать там какую-то фигню. И после чего резко уйти, причем уйти на обновление лоев. Поскольку все-таки у нас настроение сильно шортовое, да, и это может произойти прямо от нижней границы. А может быть сценарий такой. То есть мы придем сюда. Здесь постоим, что-то здесь нарисуем. Потом отсюда отъедем куда-то, вплоть до вот, ну, до вот, да. Дальше вернемся, пройдем выше, отложним верхнюю границу объемной зоны. И только после этого мы сделаем, понимаете. То есть, каким образом они это отрисуют, мы не знаем. Но у нас с вами есть ориентир. Вот он. И мы туда будем ждать цену и ждать там каких-то сигналов. И пытаться там поймать шорта. Вот, собственно, и весь план, и весь трейдинг. То есть, в принципе, делать нечего. Поэтому тут еще главное, чтобы совпало. Чтобы когда туда цена придет, чтобы у компьютера находиться, да, это все видеть. Поэтому поставим алерт какой-нибудь звуковой, да, и на этом пойдем заниматься своими делами. А оно пусть тут отрисовывается дальше все.
Ребят, привет, и надо, наверное, немножко освежить что-то на канале. То есть вспоминаем наш последний разговор, что мы там с вами полоскали. Там фрагмент видео я подключил, это вот здесь вот было. Насколько я понимаю, это был понедельник, правда не помню какой. И вот здесь как раз вот мы разговаривали по поводу сформированной вот этой объемной зоны, да, которая здесь получилась. И ждали цену сюда, чтобы взять шорта. Ну и посмотрите, как вот оно здесь отрабатывалось в моменте. То есть мы вот здесь отскок показали, тик, наверное, в 70. Здесь вообще от верхней границы мы ушли, тик 200 дали. А здесь еще раз отложнили маленьким таким ложничком, дали еще, наверное, тик 200, да? Ну и, в общем, в результате всех этих манипуляций, то, что сегодня я увидел, это вот то, что мы внутри этой объемной зоны обозначили еще одну, более узкую. Вот. Вот она. Да? То есть здесь накопили, вот тут вот, в этой бороде. Вот. Здесь вот у нас сердечник был. И вот такое вот движение. Тут получилось от лонга забрать. То есть я встал на перелой и на объемном вот всплеске этого перелоя. И, ну, там разбил немножко, здесь забрал. И вот на зеркалочке, вот на этой, я вышел. То есть я не стал сидеть до цели, потому что вот эти откаты сумасшедшие, да, они просто озлобляют. Вот, подумал, что лучше там потом что-нибудь еще возьму. Ну и вот здесь вот пытался на верхах зайти вот в этот добой и забрать его, да, но не получилось там. Выхватил стопоря, второй раз перезашел, но надеялся, что прям цена вот после перезахода она и уйдет. Но еще один откат был, и на этом откате меня без убыток высадили. Только после этого пошли на цель, потому что, ну, сами понимаете, вот такие сделки на вот этих хаях локальных, ну, это стрёмно очень. Поэтому вот таким вот образом. Далее уже вот, собственно, ожидаемо и планово забрал вот здесь часть. Какую-то часть здесь забрал. При первом формировании побоялся зайти, ну, как бы сыкнул немного, да. Все-таки ждал какой-то более явные вещи какой-то вот здесь вот в моменте. Потому что, видите, он такой, как бы это сказать, наверх такой ползущий, флэт, размазанный. Ну и ждал какой-нибудь более локальный, там, с ярко выраженным. Ну хотя бы что-то там более, за что бы глаз цеплялся. Так и не дождался, и видите, как откатили вниз. Ну и когда вниз откатили, просто тупо там встал на тесте вот этого объема последнего, который здесь был. Вот, и отсюда, видите, практически вот это движение выбрал все. Ну а дальше мы приходим опять на верхнюю границу. Здесь такой небольшой показываем лужничок. Небольшой, вот, да, прям буквально совсем малюсенький. Тоже в моменте там бросаем кластер. И я сразу же встаю. Ну и вот сейчас хочу посидеть. Это очень скромная цель у меня здесь, потому что, по сути, там, ну, перелой локальный. По старшему фрейму причем. То есть он как бы локальный по старшему фрейму. Но посмотрим в результате, что здесь будет. Вообще как-то очень нехотя все это происходит. Раз. Во-вторых, конец дня уже. То есть дело идет к клирингу. Вот. И все это как-то очень меня. То есть мы либо, скорее всего, завалимся после клиринга, если это будет, либо просто вытащим наверх это все где-то. Там повыше нужно будет искать эти моменты. Вот, потому что то, что сейчас мы отрисовываем, оно мне как бы, ну, не нравится. То есть мы пришли, стоим, не падаем нифига, да. Вот, то есть показали вот это вот. Вот по идее, ну, как бы вот должно быть движение сразу. Начинается вот, потом тыкс, потом вот тыкс. А конечно, можем постоять и потом вот так вот сделать, да. Вот, потому что потенциал здесь, говорю, очень хороший потенциал, как минимум, вот, ну, 190 тик. Пусть не обновим, но где-то близко вот к этим значениям. Это вот потенциал этого движения. Поскольку вон сколько мы отсюда отлетели, да? Ну, или, по крайней мере, хотя бы вот на, так сказать, обратной
point of control вот этой штуки тестануть хотя бы. Я уж не говорю про эту цель, она вообще небольшая выбрана, что она должна быть 100% отработана. Ну а дальше что будет, мы с вами вместе пронаблюдаем, увидим. Подписываемся на канал, ставим лайки, ну и вместе с вами посмотрим, что из этого получится. Всем спасибо за внимание, до новых встреч и пока!